готовит вкусняшку такую, фасулада называется. Все это в автодоме, который кипит, получится очень вкусный супчик. Вот мы остановились на одном месте, такой у нас бардачок небольшой, но в автодоме это нормально. Макс, как тебе быть бездельником? Очень хочется задать вопрос какому-нибудь умирающему дедушке, который всю жизнь был не бездельником. Нет ли сожаления, что вся жизнь была просрана на важные дела, а-ля деньги, бизнес и замена автомобилей? Кстати, Макс, тут недавно какие-то, ну, всякие ходят в Фейсбуке, в Ютубе вот эти моменты. Вот, там момент разный. Там, типа, одна тетенька работала на предсмертном одре, ну, когда там люди уже умирают. И в основном там какие-то вопросы были спрошены. И основной вопрос такой, который был, что люди переживали, что они меньше, мало были с семьей, типа того, очень много работали, и некогда им было что-то там делать, пожить для себя. Вот это такой основной момент был. Вот. И мне кажется, что... Реально-то вообще, вот, например, мне сейчас 43 года, и там иногда у меня у Юли возникают такие моменты, что, блин, ёк-макарёк, Лёш, надо там, ведь мы с тобой еще молодые, надо же ведь еще поработать. Я говорю, ну, конечно, поработать-то можно, только непонятно, что будет завтра, непонятно вообще, сколько мы еще будем жить-то. И непонятно, ведь не знаешь же, так? Например, там, мои друзья детства, до 40 еще хорошие, все мы там в подвале в своё время на гитаре играли, они там до 40 еще не дожили. Или, например, там, вот недавно, там, 47 лет, этот мой артист любимый, как бы фамилия его, артист, умер буквально вот недавно. Или там одной одноклассница пишет, говорит, помогите деньгами, одноклассница, говорит, муж в 44 года встал с утра, сказал доброе утро и упал насмерть, все. 44 года, такие вот, в общем-то, возраст такой. И, по сути дела, я что-то думаю, блин, ну, мне 43 года, думаю, ну, а что работать-то, для чего? Вот так вот, для чего там торопиться, стремиться, лучше, может быть, так скажем, бюджетненько, но жить сейчас. Как тебе, Макс? Слушай, ты когда говорил про это, закат прощелкали, закат сегодня мы прощелкали. Когда говорил, что непонятно, что будет завтра, у меня в голове немножко на опережение фраза другая добавилась. Непонятно зачем поработать еще, мы же еще молодые, давай еще. Да, я согласен. У меня другой вопрос, как бы, непонятно зачем. Я сектант, у меня есть предубеждение, оно обосновано даже определенными законами квантовой физики, сейчас скажут, ёбнутый какой-то, вот, что энергия, частицы и многие процессы имеют достаточно длинный, можно сказать, бесконечный цикл. И у меня есть предположение, которое не имеет ничего общего ни христианством, ни католицизмом, ни с исламом, но у меня есть предположение, что эта жизнь – это краткий отрезок длинного пути. У тебя же интеллектуальная публика? Все же читали «Мастера Маргарита», когда Воланд просил, окей, а что же будет после смерти? Ничего, небытие. И на балу, когда из его головы королева бала Марго пила, он говорит, ну окей, значит для тебя будет небытие. Для меня нет небытия, но для меня нет рая облачного. Но небытия у меня тоже нет в моей концепции. Вот эта суета с бытовухой, с кастрюлями, со щитами по этому миру мне почему-то напоминает суету, беготню по квартире. С предположением, что эта квартира есть весь мир, есть вся жизнь. У Пелевина есть чудесный рассказ. Называется «Желтая стрела». Там вся жизнь у людей проходит в поезде, который несет по рельсу. И у этих людей есть предположение, что... Жизнь не есть, это жизнь в этом поезде. Все, что за пределами поезда, это нечто плохое, некое небытие. Но некоторые не от мира сего, неадекватные граждане все-таки пытаются покинуть этот поезд. И у меня со временем появлялось все больше и больше вопросов. А вопрос – это хорошее начало. Вопросы и сомнения. Начало появляться предположение, что та суета на месте моего рождения, связанная с работой и деньгами, которых было у меня там больше, только не совсем понятно зачем и непонятно, куда они уходили. Вот это такая, как суета на кухне или в поезде, с предположением, что это и есть весь мир. У меня очень неплохо получается визуализировать, представлять, ну так реалистично представлять некие события. Когда у меня были сомнения, там, кушать мне живых существ или нет, много-много лет назад, я просто очень четко и явно представил себя на месте живого существа, которому перерезают глотку. И мне эта история вообще не понравилась. Вот. А после того, как мне она не понравилась, появилось еще некое сострадание, сопереживание. Точно так же я визуализировал себе, когда у меня были сомнения вообще,
уезжать, не уезжать, а что, а как, и пятое, и десятое. Вообще, менять ли так кардинально свою жизнь? Вот. Я себе тоже визуализировал себя в достаточно преклонном возрасте, с, возможно, с какими-то большими там социальными, материальными благами, но оставшись на том же месте, не попытавшись двинуть туда, куда меня что-то внутри звало. После этой вот визуализации мне было состояние такой тоски и отчаяния и сожаления. Уберите детей от экрана за проебанную возможность. Сомнений стало меньше. Бездельник ли я? Слушайте, ну вам виднее, бездельник я или нет. Меня иногда спрашивают, чем ты занимаешься в свободное время? Я могу ответить, у меня не так много свободного времени на самом деле. Один чел в комментариях мне написал свою теорию предположения о том, что люди на этой земле имеют функцию, такую двойную функцию. Одну функцию, как некие защитники, охранники, да, вот этого живого мира. Ну, вот, для других существ, которые находятся на более низком уровне. Это первая функция. Вторая – это некий свой личностный уже рост. Он касается только индивидуально каждого для какого-то своего следующего перехода. И на самом деле дело есть для каждого. Трудоустроен ли вы или нет – это другая история. Есть ли у вас налоговый номер – это тоже другая история. Но быть в пределе, я думаю, что в пределе находится каждый. Те, кто не находится, они просто не нашли то дело, которым им нужно заниматься. Здесь был Рома, который сейчас в Марокко. Пока он здесь находился, вот его дело было накормить там автостоперов, которые вот автостопом путешествуют. Он их, когда были холодные ночи, они вечер тусовались у него, они пили чай, общались, он им предоставлял горячий душ. Иногда я так делаю. Мое дело на сегодня было подключить тебе панель, попытаться сделать замки. Какое дело будет на завтра, я не знаю. Вот. Какое мое дело будет через месяц? Возможно, это будет дело важное для окружающего мира, а возможно, это будет дело важное для какой-то моего какого-то пути и развития. Какое дело будет у меня завтра, я не знаю. Важно быть открытым для этих дел, иметь некую более-менее чистую сущность, быть внимательным. И готовым. При этих условиях вот путь, он сам прокладывается. Путь и дела, и куда нужно направляться, куда нужно двигаться. Но когда ты занят, как оформить финансовый отчет за полугодие, как не потерять на курсе валют, как не попасть под штраф налоговый, как купить новый автомобиль, как купить новый телефон, как купить новую квартиру. Ты вроде бы в популярном смысле слова не бездельник, ты вроде при деле. Но то ли это дело, которым тебе стоит заниматься и тратить вот этот отрезок времени 40-80 лет? Тем ли ты делом занимаешься? Для ожидающих ответ я не знаю. Может быть, я не тем делом занимаюсь, а может быть, вы. Это, как в любом деле, будет известно только по результату. И, блядь, не надо цитировать Библию. По делам будут судить. Не, я не про эту историю. Ну, не нравится мне Библия. Вот, очень много противоречий. Вот, и очень много сходств с достаточно кривыми системами. И очень много смертей. Одни крестовые походы. Чего стоит? Нате вам этот. И, Макс, у меня что-то сейчас на рассуждение твое возникло такой момент. Ну, даже, может, не вопрос, а... Я что-то, знаешь, года 3 назад у меня началось. Ну, даже побольше, пораньше, может, это было. Я все думаю, блин, везде деньги проебываем. Ну, в каком плане проебываем? Например, вот помню я этот 14-й год, когда вот этот скакнул у нас курс-то, стал там с 52, стал сразу 75 рублей за евро. И я думаю, блин, ну, там что-то я не купил, во-первых, это не знаешь точно. И потом я все думал, сейчас курс упадет, вроде надо там поменять, лучше евро сейчас купить. Потом там вроде курс повысен, конечно, что-то на этом играет и зарабатывает на этом деньги. Но если на это все крепиться, то постоянно ты будешь в таком вот этом дневнике, что, блин, тут вроде не проебать, тут вроде бы надо успеть, тут надо купить, тут кто там раньше доллар купил, например, там, блин, молодцы, типа они сейчас там могут другое, кто-то там не купил, проебались там, еще что-то. И вот это постоянно вот это состояние внутри, оно так тяготило не очень хорошо. Потому что вроде надо тебе везде тут успеть, а ну понятно, что мир такой, скажем так, не идеальный в этом плане. И получается, тут ты проебываешь, тут у тебя опять наё, тут еще какие-то моменты, и все никак. Я что-то потом я смирился,
и подумал, слушай, а что это вообще? Ну, как есть, так и есть. Вот нам понравился такой интересный вариант. Тоже приехал мужичок один на английских номерах с Англии прицепом и притащил его на Ягуаре. Вообще, конечно, интересно смотреть на Ягуаре прицепы таскать. Вот такие тут кадры есть там. Не считая того, что еще разных вариантов много. Ага. Машине. Да, если захочешь, потом на обратном пути остановимся, на дюне поснимаешь. Но потом мы пойдем вон к тому мысу. Вон тот возвышение мыс. Там геодезическая точка какая-то, отметка. Угу. И ты все это будешь оттуда сверху видеть. Ну, сейчас... Тарифу и все вальдовакеров. Вот это вальдовакеров. Палома. Ага. И там же у них вроде бы студия. Так, мы идем на Пунто Палома. Сантисима играют испанский рок. Ого, здесь песочек-то, я и такой. Мы приближаемся. Начальник там живет. Отшельник там? А, вот. Вон там. Там отшельник, да? Вот там отшельник живет. В пещере. Крутяк. Sobre vino, Ribera del Duero, Ribera del Duero, para YouTube canal, clásicos, media crianza, medium, 6 meses en barrique de roble, 6 meses. 6 meses всего лишь хранится в бочке. Es fresh. Fresco. Fluido, no agresivo. Mata Rioja. Si, esto es más joven, muy bien, muy bien. También. Тоже молодое вино. Похоже. Два таких бренда, получается, известных: Ribera del Duero и Rioja. Sí, pero bueno. Hay otras cosas. Эрнесто. У него не очень контакт с дочкой. Она какое-то количество лет назад приехала. Пацаны поехали кататься тоже.
Приехала, привезла на полигона. Прицепчик старый маленький. Кинула и уехала. Угу. Эрнестца знают все. Пошел в официальный орган. Сказал, мне надо тут жить. У меня вот есть прицеп. А они сказали, что Эрнестца мы вас знаем, уважаем. Мы не против. Но по закону типа так делать нельзя. Вы должны хотя бы арендовать у нас того места. И вот он арендует это место за 2 или 5 евро в год. 2 или 5 евро в год? Ну, формально. Короче, у него есть бумага, он там может жить всегда. Эрнестца разговаривает на английском, французском, испанском, арабских языках. Серьезно такое? Эрнестца в прошлом хирург, который работал во Франции, работал в арабских странах, хороший хирург, которому что-то вот он решил, что люди живут странную жизнь, и нахуй ему такое надо. Он получает нормальную французскую или испанскую, или те, и другие пенсии, но живет вот так вот, он на улице, блядь, ему нравится. Да. А, разница, немецкий бомж и условно французский и испанский бомж. Немецкий бомж пьет пивас, Эрнестца пьет красное вино. Интересно, многие успешные люди приходят к такому заключению, да? Да, Эрнестца сейчас у Ромки заказал тапки. И Леша сказал тапки, и я сказал тапки. Тапки. Эрнестца такие арабские. А, арабские тапки. Да. Короче говоря, хороший дядька такой. Все, никак не соберу с ним видос из серии о людях снять. Да, здесь много интересных. Честно, вообще, почему люди так приходят к такому заключению, что никакая там ссалка не нужна, вроде все там статусы. Потому что нас наебывают, блядь, жестко наебывают систему прямо. Прямо, и когда ты проанализируешь, это все становится настолько ясно. Ну, вот. Ну нет, это логично. Ну, знаешь, как, грубо говоря, как бы, ну, чтобы, ну, мотор работал, нужно заливать топливо, это логично. Ну, так же и во многих аспектах, но, блядь, нам просто не говорят, что можно и по-другому. Это знаешь, как реклама бухла. Знаешь, типа, все имитируют заботу о человеческом здоровье. Работают над рекламой, чтобы она не была столь вызывающей, агрессивной, пропагандировала алкоголизм. Ну вот, но все, что, блядь, нам говорят об умеренном потреблении алкоголя, и нигде, блядь, не говорят, что, блядь, это вообще не надо, можно вообще не пить. Ну, вот, это очень невыгодно, ебать, такое вливание в бюджет. Ну вот. Если уже действительно вас так сильно, блядь, беспокоит здоровье, ну вот психиатрических пациентов же, они же могут силой скрутить без его желания посадить в клинику, верно, да? Угу. Вот. И если я, условно скажем, неадекватная личность, которая делает вредные для своего здоровья вещи, ну вот, если вы уже, ну вот, давайте не будем друг другу пиздеть, говоря о демократии. Ну вот, с пациентами психиатрии вы же там демократию не проявляете, вы просто скрутили и все. Так вы же так же можете сделать, просто идите нахуй. Все, отныне, как, блядь, в Арабских Эмиратах. Нахуй, бухло, тюрьма. Ну вот, алкоголь не продается, все, нахуй. Как бы, это может сделать любая государственная структура, но не делает. Да. Ну вот. Они могут, допустим, в той же Беларуси, они могут тебе, блядь, за то, что ты, блядь, сказал не то слово, блядь, на улице, нахуй, тебя посадить в тюрьму. Обоснованно, как бы, все по закону, типа. Ну вот. Но есть такие вещи, которые, ну, блядь, вот это, знаешь, это... Короче, людям мастера в одном оказались очень хорошо. Вот. В системе наебалово. И объяснять там, допустим, какие-то правдоподобно объяснять какие-то вещи, на самом деле, ну, нечестные. Это будут такие же, которые вы можете увидеть в Танжер, в Марракеше. Почему? Потому что вся архитектура марокканская. Этому принадлежала марокканцам. Угу. Аль-Кесира. Арабского города. Да. И, ну, очень много здесь городов, которые остались именно от арабов. Испания была чуть-чуть дальше от побережья, там до Мадрида чуть дальше. Все остальное, север, страна Басков, Каталония, это были два отдельных государства. Испанцы окрепли, выпиздили отсюда марокканцев. Частично Болонья, вот куда вы, надеюсь, вы поедете, это вообще Римская империя. Она и так осталась в названии Римская Болонья. Вот. Там смыло цунами их. Но это очень важно, стратегическое место. Здесь пролив, здесь проходили корабли. И здесь постоянно шли бои. Вот это, ну, да, Гузмана прекрасно, как его называют. Ну, я
не считаю так. Для местных это герой. Это не все, почему я так не считаю. Немножко вот про исторический факт. Здесь постоянно велись бои. Когда более-менее спокойная обстановка была, регулярную армию Испании было не любили вперёд. И здесь контролировали пролив пираты, пока они были под контролем. Отдавали банки испанцам, часть забирали себе, кто не заплатил, Испания давала добро грабить, они грабили, а если начинались бои, приходила регулярная армия. Конкретно тарифчане, коренные, типа тарифчане, они большинство не родились здесь. Тогда был такой закон, если у тебя преступление, и ты приговорен смертной казни, либо долгому сроку заключения, ты можешь поехать сюда, в эту крепость, в тарифу, оборонять побережье через год. Если ты выживаешь, ты можешь покинуть крепость, выдают документы, освобождение от наказания. У них по низким поколениям идут фамилии. У Лёши раньше была лодка рыболовецкая. Вот все дикие, да? Вот. Дикие апельсины. Да. Вот. И Лёша покупал, так как у всех, многих испанцев здесь по низкому поколению фамилии держится. А предыдущий владелец, который продавал ему лодку, имя не помню, фамилия Лагром, вор. А Лагром, когда давали документы, освобождая из крепости, фамилию писали по типу преступления. Убийца, вор, насильник. Тарифчане, они все маленькие. Многие фамилии вот такого экзотического названия. Да. Вот. И они оставались здесь. И здесь так достаточно толерантно, потому что в те времена здесь было очень много чужих людей. Это не марокканцы, это были бедные преступники, еще куда. И сейчас все продолжается, здесь очень много приезжих, которые приезжают, и тарифа дает разрешение им остаться и не. И многие приезжают, как я, например, просто посмотреть, но тарифа принимает решение. Оставить или нет, да? Оставить или нет. Очень популярный фотограф. Кстати, спортивный фотограф. Испанец? Сзади вот прошел. Он на самом деле, он выглядит как испанец, но непонятно. Фамилия у него немецкая. Господи, у меня в Фейсбуке друзья. Вот. Короче говоря, вот такая тема. Настоящая Испания – это Андалусия, на самом деле, если брать историю. И потом, испанцы, андалусы, они умерли цыганско-арабская внешность. Потому что, южане, испанцы, андалусы, они такие, там немножко цыганские такие внешние черты, плюс примесь арабская. Вот. И фламенко, это еще его называют так, севильяно.
внизу. Крутят, это просто туристический бизнес. Ну, это пришло из Андалусии. А ферия, такой праздник, это андалузский праздник, когда 10 дней гуляет город. Все, там, вплоть до мэра и главного полицейского, и из ближайших городов помогают обслуживанием заниматься, потому что, как вы знаете, это святое ферия, это больница всех, иначе полиция не доработает будет. Но потом уже, спустя время, когда договорились, Испания, Андалусия, с башками, каталонцы, наверное, они просто там силой заставили. Угу. Они объединились, и это стало все типа Испании. На сегодняшний день заходишь в банк, там 4 официальных языка в банкомате. Ты видишь кастильяну, испаньол, каталуна и баскскую, каталон, как называется, забываю постоянно. Вот, и люди внешне отличаются, баски, каталонцы, именно каталонцы, они приезжали, там очень много приезжих. Вот. Thank you.